38-летняя Бейонсе вместе с 50-летним супругом Джей-Зи провели традиционный бранч перед вручением премии Грэмми. Для светского выхода они выбрали парные наряды. Певица надела ультракороткое мини с жакетным верхом серо-голубого цвета. Глубокое декольте идеально дополнило образ звезды. Рэпер предпочел атласный розовый костюм. Оба этих оттенка считаются одними из самых модных в этом сезоне. Влюбленные позировали фотографам вместе, снова доказывая свой статус не только одной из наиболее крепких пар в мире шоу-бизнеса, но и статус одного из самых влиятельных тандемов. 62-я церемония вручения премии Грэмми пройдет уже в ночь с воскресенья на понедельник. На мероприятии обязательно появятся и звездные супруги. Мы знаем, как тренируется Бейонсе. Предлагаем посмотреть, как самые звездные певицы готовятся к своим концертам. Недавно супруга Джей-Зи снялась в откровенном наряде без бюстгальтера.